средствах массовой информации, которые ссылаются на проект решения регионального представительного органа, появилась информация о том, что Мария Гайдар решила сложить в себя полномочия депутата Одесского областного совета. Решение будет принято с учетом личного заявления Марии Гайдар. Очередная сессия областного совета запланирована на следующую неделю. Хочется напомнить, что Мария Гайдар была в команде Михаила Саакашвили, который был назначен в 2015 году главой Одесской областной госадминистрации. В том же году президент Петр Порошенко подписал указ о предоставлении Марии Гайдар гражданства. Также хочется напомнить, что в 2015 году Гайдар переехал на Украину, где стала советником Саакашвили. А в январе 2016 она получила должность вице-губернатора Одесской области. Вскоре политика отметилась демонстративным отказом от российского гражданства, а украинский паспорт ей вручили еще в августе 2015. Бывшая россиянка, дочь первого в Российской Федерации министра финансов Егора Гайдара и правнучка советского писателя, участника гражданской и Великой Отечественной войны Аркадия Гайдара, в 2009-2011 годах занимала должность заместителя председателя правительства Кировской области в период губернаторства Никиты Белых. В одном из интервью перебежчица призналась, что в детстве ей пришлось поменять известную фамилию, когда 9-летняя Мария переехала с мамой и отчим в Боливию. Она по настоянию семьи стала Смирновой. «Потом я взяла обратно фамилию Гайдар, и этого хотел папа, да я и сама. Это моя семья и мои корни», – добавила политик. Ну что ж, будем следить за этими событиями. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних новостей.